Катар все активнее проявляет себя на международной арене. Стране удалось успешно преодолеть блокаду со стороны коалиции арабских стран. И когда по всему миру прокатилась волна поддержки со стороны мусульманских активистов, кстати, эта акция была инициирована Европейским мусульманским форумом, Катар стал все активнее включаться в миротворческие миссии и восстановление стран после тяжелейших военных действий. Основной пример – Афганистан, за восстановление которого Катар взялся вместе с Турцией. Речь шла о восстановлении экономики страны, привлечении инвестиций и управлении всеми аэропортами. Это решение Катара и Турции вызвало восторг по всему мусульманскому миру, поддержку со стороны десятков и сотен миллионов мусульман. А сейчас Катар рассматривает возможность вместе с Турцией подключиться к урегулированию конфликта в Украине. Ведь у Катара одинаково хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Страна не подключалась к жестким антироссийским санкциям со стороны Европы и США, поэтому мусульмане Европы через Европейский мусульманский форум выражают поддержку такой инициативе и готовы участвовать в международной миссии Катара по урегулированию вооруженного конфликта между Россией и Украиной, в том числе в готовности Катара инвестировать серьезные средства в восстановление экономики украинских территорий, разрушенных в ходе боевых действий.